3 июля в Рязани отметили 84-летие образования госавтоинспекции в нашей стране. В 11 часов утра на площадке управления ГИБДД проводилась торжественная церемония награждения отличившихся сотрудников госавтоинспекции. По окончании торжественной части мероприятия раритетная техника в составе колонны сопровождения направилась по различным точкам города. На площади Победы было представлено 3 служебных мотоцикла и 2 автомобиля «Волга», на которых инспекторы ГАИ в разные годы несли службу. Представленные экспонаты датируются от 1937 года до конца 80-х годов. Во-первых, это память. Во-вторых, это, ну, вы сейчас сами обратите внимание, как люди подходят, как смотрят, как это все на самом деле интересно. Допустим, вот мототранспорт, да, вот данный, например, мотоцикл, он производился как для гражданских лиц, для военных, для милиции и для ГАИ. Это было 4 разных мотоцикла, так скажем, по определенным позициям. То есть они с виду, может быть, одинаковые, но на самом деле они целенаправленно производились для каждого вида службы. На главной площади города инспекторы ГИБДД представили 3 служебных мотоцикла 80-х годов времен Советского Союза. Наиболее используемый при патрулировании – «Урал» с люлькой желто-синего цвета. Также был представлен более скоростной и маневренный «Урал-одиночка» и еще один эксклюзивный мотоцикл редкой модели того времени. Это редкая модель ГАИ Ленинграда, эскортное сопровождение первых лиц государств, которые приезжали в Ленинград с каким-то визитом, в том числе и королевы Елизаветы Англии, президента Америки и так далее. Соответственно, по нему у нас уникальная форма тех времен представлена, тоже комбинезоны, которые заказывалась в разных государствах. За рулем каждой модели автомобильной и мототехники сидели инспекторы ГАИ, одетые в форму соответствующего временного периода. Всем желающим было приятно посмотреть на раритетные экспонаты служебных мотоциклов и автомобилей. Каждый мог наглядно познакомиться с историей ведомства и сделать памятные фотографии. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».